Можно, да? Дорогие коллеги, дорогие родители, учащиеся нашей школы, хочу вас всех поздравить с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством. Этот год у нас был юбилейный. Нашей школе исполнилось 75 лет. Был большой концерт педагогический, был большой концерт учащихся школы в Доме культуры. Они прошли на высоком уровне, и мы все очень довольны тем, как наши дети, как наши преподаватели играют и поддерживают свой уровень. А следующий год нас ожидает большое событие. Это строительство нового здания музыкальной школы. Мы очень надеемся, что оно свершится наконец-то. И мы через год, полтора-два будем работать в новом, красивом, удобном здании. Что касается наших успехов, то хочу вам сказать, что вот, например, наши учащиеся за прошлый учебный год очень много заняли призовых мест. Вот здесь все они отражены, начиная с международных конкурсов, российских, межзональных, городских и других фестивалей, в которых участвовали не только наши дети, но и преподаватели школы. Ну и в заключение, всем удачи, всем хорошего настроения, чистых нот, чистых помыслов. Спасибо.